Парни, мужчины, господа, мистеры, геры, сеньоры и, конечно, шановные господары. Сегодня Международный мужской день. Сильные новости, рубрика «Короче». Поехали. Поздравляю. Чем кормят мигрантов в логистическом центре? Там помимо горячего питания есть и суточный паёк. Что же в него входит? Там есть 3 роллтона, 2 пакета молока, 2 банки тушенки, 2 рыбные консервы, палка колбасы, буханка хлеба, а также по пачке печенья и вафель. Есть даже гранат. Вес всего пакета составляет 4 килограмма. Также туда сегодня подогнали фудтрак. Там можно заказать шаурму, хот-дог, куриный шашлык и даже пиво и глинтвейн. Криминальные хроники. Гомельчанин сделал дизайнерский ремонт в квартире молодой пары. На все ушло 7 тысяч долларов, но его отметелили, забрали телефон, потребовали обратно деньги. Как же так вышло? Оказалось, заказчикам не понравился ремонт. Они потребовали деньги обратно, но гомельчанин возразил, мол, я сделал все так, как вы и просили, показал чеки. Но решение вопроса перешло к силовому способу. Терпеть такого безобразия гомельчанин не стал, обратился в милицию. Посмотрим, чем все закончится. Ну и немного милоты. В Британии пара потеряла котика. Его нашли спустя 10 лет. Молодая пара проводила медовый месяц, гуляя по каналам Бирмингема. Там котик и потерялся. 5 дней они ждали его на стоянке, но котик так и не пришел. Зато спустя 10 лет его нашли волонтеры. Отнесли к ветеринару, тот и нашел чип с данными хозяев. Судя по мордочке пушистого, за 10 лет его знатно помотало, но главное, он дома.